На Олимпийских играх случай был. Спортсмен пересек финишную черту. Тем временем, как все его спортсмены были за его спиной. Но почему-то ему медаль не дали. Он место не занял призовое. Почему? На круг опаздывал. Нет. Скажешь, да? Нет. Хотя памяти не хватит сейчас снимать, пока не думаю. Скинь ответ. А? Ответ скинь. Звонок другу можно? Позвонить другу. Интернета же нету. Еще раз. Он спортсмен пересек финишную черту. Не, как помнишь. Слушай, спортсмен пересек финишную черту. Тем временем, как все его соперники были за его спиной. Но ему медаль не дали. Почему? Потому что это был тренировочный. Не, официально все было. Медведи участвовали. Нарушил, да. Ничего не нарушил, все как закон. Медведи участвовали, да, другой спорт. Почему не дали? Заступил, значит. Нестандартная мысль, Паш, брат. Все как положено. Умер, наверное. От радости, и все. Потом не решил. Так в итоге какой ответ? Подожди, да думают люди. Да, я с ним не говорю. Начальник куда? Я не знаю, думаю тоже. Соревнования по бегу были? Какие прыжки? Все соперники за спиной его были. Они же все пересекают. Может, соревнования закончились уже? Какой ответ будет? До гостиницы Мария сказала мне говорить. В итоге, Олег, расскажи мне ответ.